Всем привет, друзья мои! Этого видео вообще не должно было быть, поэтому все видео будет в вертикальном формате. Мы это видео все записывали для себя. Недавно смотрел видео с первого приезда моих трансформеров ко мне. Посмотрел несколько раз и решил, что надо этим всем поделиться с вами, потому что очень все душевно было, интересно. Вот посмотрел все и решил все склеить, что есть у меня. Было много событий, понятно, все не получится. Несколько дней у меня тут ребята были. Сначала несколько ребят приехало, потом остальные приехали. Поэтому решил все вот это добро склеить и с вами поделиться. Ну и ребята посмотрят хорошие воспоминания. Ну и на будущее жду всех в гости. Так что вот так вот. Смотрите, наслаждайтесь, друзья мои. Друзья мои, всем привет, всем привет. Продолжаем рубрику «Привет, буфет» от Андрея, трансформера номер 9. Ну что ж, выезжаем к Гензару, потихонечку собираемся. Андрюха уже тоже вылетает, ему нету возможности с собой взять на поездку еды. И, соответственно, я беру еды себе и помогаю ему. То есть первый прием по заказу сделал ему овсянка, сыр и яйца, потом у него идет 60 грамм гречи, вот у него 60 грамм гречи, соответственно 120 грамм у него прием, это белок, курица, грудка, клетчатки ему положил, и у него было заявлено 10 грамм льняного масла, но так как масло я не могу взять, оно испортится, заменено равносильно по жирам орехами. Ну, у меня все то же самое, только у меня добавлен еще сыр в каждый прием. Так как я на массе, углеводы у меня по 80, овсянка по 80, дополнительно еще по жирам орехи на первый прием, банан. Обязательно еще дополнительно берем банку небольшого протеина и, соответственно, БАДы я свои взял. Андрюха, надеюсь, все возьмет. Вот такая вот у нас дружная семья трансформеров. Всем удачи и успехов. Только вперед. Всем привет, я в Москве, на площади трех вокзалов. Андрюха немножко задерживается. Я пойду пока поем свою овсяночку. Первый прием пищи. Ребят, всем удачи, успехов, друзья, как всегда, только вперед. Друзья, всем привет, трансформеры в Привет. сборе. Мы в Москве, сейчас выезжаем в Сергиев Посад. Всем удачи и успехов, друзья, только вперед. Гензар, сила. Ну что, друзья мои, помыл я ласточку. Поеду встречать ребят. Друзья мои, все, жену поздравил. У жены было день рождения 12:35. Теперь пришел вот за качком и поедем за Антохой и Андрюхой. То есть вот качок. Хорошо. Все. Так что вот качок сейчас машину переставит. Качка беру и едем за ребятами, друзья мои. Едем за ребятами. Друзья мои, ну мы в Сергиевом Посаде, в штаб-квартире главаря трансформеров. Идем его искать. Только вперед. Так, вот, друзья мои, Антоха, Андрюха идут, 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 не потерялись. Молодцы. Мы вот с Андрюхой встречаем. Здорово, ребята, здорово. В группу-то надо отчеты кидать. Можно пока прямой эфир провести, пока. Да. Вот такая у нас ситуация тут, друзья мои. Так что вот так вот. Красавчики, смотрите, какие красавчики. Вот так вот, друзья мои, я не знаю, что за эмоции, я просто даже не знаю, что сказать. Это для меня что-то с чем-то. Так что вот так. Очень приятно. Друзья мои, смотрите, кого мы встретили, наконец-то, кого мы наконец-то встретили. Главаря трансформеров. И качок здесь тоже. Все будет шикарно, будем держать Все всех в здесь. курсе, ребят. Каждый год. Ну вот, мы, Всем короче, привет. с женой решили вложиться. Второй прием. Второй прием, видите, какой у нас. Вложится во что, Андрюх? Андрюх куда ушел? Андрюх вот тоже кушает тут у нас.
Всем привет! Вот, друзья мои. Где моя большая ложка? Все вместе кушаем, видите? Андрюхи, Антоха и я. Так что вот так вот. Все, кушайте с нами. Приятного аппетита. Очень вкусно. Грешка, куриная грудка в основном. У всех. Ну все. После этого потом мы поехали с Андреем по домам. Андрюха и Антоха остались в квартире. Поехали мы, чтобы переодеться, подготовиться. На вечер у нас было запланировано мероприятие. День рождения у жены. Отмечали в пош-обстановке. И оттуда у нас был эфир. Весь эфир я залил на канал. Ссылку, в принципе, оставлю. Кто не посмотрел, можете посмотреть. Мы там готовили паэлью. Правильно шеф-поваром, да, старались. Общались, готовили. В общем, веселились как могли. Чуть-чуть сейчас я нарезку приложу. А так, в описании оставлю. Можете целиком посмотреть, кому интересно. Такое замечательное заведение, куда нас пригласил Кинзар с открытой кухней. Вот вся его дружная семья и компания. Все отлично, все шикарно. Вот это наша лавра, друзья мои. Да, чуть-чуть отсвечивает, конечно. Вот так. О, вот. А тут камеры. Да. Блин, жалко. А вот так. Блин, отсвечивает, друзья мои. Не знаю, как вам показать. Вот это наша лавра как раз. А вот так. Вот так. Ну, не знаю, плохо видно, конечно. Приветствую вас. Начинаем свой день правильно. Первый прием. И идем к Гинзару цех заниматься. Всем удачи, успехов, друзья.
капец. Друзья, мы приехали в легендарный цех Гинзару. Вот он сейчас его открывает. Все вам покажем и обязательно расскажем. Повернул пару раз. Сейчас будем смотреть зал наш. Друзья мои, мы в офисе главаря трансформеров. Вот здесь, смотрите, такое замечательнейшее у него место. Здесь он редактирует ваши ролики, записывает, вот, видите, выкладывает. Вот такая. Знаменитый коктейль. Ноутбук, компьютер. Это не телевизор, это компьютер, если что. Монитор. Здесь у него, смотрите, карта Московской области. Но скоро мы сделаем здесь карту всех городов трансформеров и всех, да, кто трансформирует. Друзья, мы в святая святых, узнаете? Узнаете место? Вот это то место, где Гинзар воплощает лучшую версию себя. И сегодня мы вместе. Вот Андрюха здесь, Гинзар. Будем здесь заниматься. Ребята, только вперед, идите к своим целям. Так, что сегодня тренировали-то мы? Мы сегодня тренировали, ребята. Андрюха у нас тренировал сегодня круговая тренировка full body. Антоха full body не круговая и не многоповторка, да? Да. А мы с тобой такой лайтовую тренировку. Я болею, если честно. Андрюха не болеет, но потихоньку втягивается. Мы недельку не тренили. Завтра остальные ребята приезжают. Скорее всего, мы снимем и покажем вам нашу тренировку. Вернее, даже стрим сделаем. Стрим. Давай, иди, тебя тоже сниму. На следующий день приехали остальные ребята. Сначала поехали мы ко мне в спортзал, потренировались. Показал я им немножко мастер-класс, технику упражнений. Потренировались хорошенько, покушали, пообщались. После этого все вместе поехали на Гремячий ключ. Там пожарили мясо, покушали. И там купель, там вообще святое место. И когда крещение, туда приезжают со всей страны нырять. Ну и там святая вода. И вот там, ну, храмы, церкви. Кому интересно, можете набрать, посмотреть в интернете. Вот, поехали туда и хорошенько провели время. Еще в конце ребята окунулись, позакаляли, так сказать. В принципе, все засняли. Опять же повторюсь, да, это мы все для себя снимали, поэтому не совсем так, как хотелось бы, но все же. Так что смотрите дальше. Всем привет, трансформеры. Тут я в цеху у Гинзара. Фокус не удался, не удалось мне от вас соскочить, короче. Повязали меня тут, опять группу добавили. Так что вот. Легендарный цех Гинзара, спортзал, так что я вернулся к вам.
Ну, мне смысла нет, показывать нечего. Дайте нам с Андрюхой за руки показать. Я спиной встану. Она с тобой по краям. Не можешь спиной встать, но голова, чтобы туда смотрела. Ребят, что, какой у вас прием пищи сейчас? Третий, второй? Первый. У меня первый. Я... Тут, наверное, уже все надо готовить. Так, друзья мои, вот. Все, пожарили мясо. И вот, зашли покушать. Сейчас я вам покажу. Вот это соленье от тещи. Лавашик. Вот у нас тут. Вот так у нас мясо. Индейка и свиная вырезка. ПП, да, короче. Это кетчуп домашний. От Максима. От Максима, от жены Максима, да, без сахара. По рецепту. По рецепту, да. Все четко. Все, приятного аппетита. Так, ребята, идем всем составом трансформеров. Водой купаться. Заплыв. Всем удачи и успехов, друзья. Только вперед. Так, держать. Гензар, сила! Всем привет, друзья мои! Вот ребята раздеваются. О. Немножко легкой эротики вам. Сейчас будет нырять. Женская раздевалка, тут тепло вам, ребята, кайфуют. Хоть они моржи, но решили в теплую раздевалочку. Что, шапку надо надевать? Ну что, друзья мои, вот маржи вышли наши. Маржи. Всем пош. Маржи, маржи. О, о, друг за другом, ребятки наши. Красавчики. Так, сейчас посмотрим, кто первый. Тихо, 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 тихо. О, Андрюха пошел. Я говорю, в воде всегда теплее. Ну, второй пошел. Второй и пошел. Вылезти потом, захочешь, не вылезешь. Вот, главный морж. Так. Все, ребят, я кайфану. Вот он кайф-то. Отлично, да? Вообще. Димон, ты не жди! Да, ну хватит, ну хватит. Паша не выдержал, говорит, ну нафиг, ушел. О, Диман, Диман. Теперь, да, кайф пошел. Да, вот прям вот это ощущение. Стильный образ жизни. Оно того стоило. Трансформеры. Трансформеры. О, свет! Диман так нырнул, что свет включили. Диман. Диман, ты чё там? Диман. Первый раз, но дольше всех прям. Так. Идите, что там, не мерзнете, да, или как правильно? Давайте где-нибудь сфоткаемся на связи, Саня, вот здесь вот. Я хочу вообще поддушить. А, нет, ну ты потом можешь, давай. Это не маржи, а монстры какие-то. О, да. Не, вот это прям, вот это слёт, прям, что, блин. Мне кажется, кружить проще как-то вот. Ну, лес, мне как куда кружить? Уже холодно, не чувствуешь? Вот, 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 ну что, ребята, все, поехали.
Очень печально, но что поделаешь. Ну, друзья, заканчивается, к сожалению, наша первая встреча трансформеров и Гинзара. Дима, Андрей, всем было круто. Спасибо. До новых встреч, друзья. Друзья мои, я на площади трех вокзалов Комсомольской. Заканчиваются наши выходные с Гинзаром и ребятами. Это были отличные, отличные выходные. Отличные выходные с новыми людьми, с новыми близкими и давно знакомыми людьми. Дальше больше. Гинзар сила. Только вперед.